суд стал не столь, сколько на сторону Конституции, законности и справедливости. То, о чем мы говорили и неоднократно заявляли, что белорусский народ никогда не стремился к каким-либо особым льготам. Мы заявляли и заявляем, что жили и будем жить за счет своего труда. А тот нормативный акт, который был принят парламентом, с целью наказания гагаузского народа за инакомыслие, за то, что не за тех голосовали, не того выбирали, Конституционный суд, естественно, признал неконституционным. И мы очень удовлетворены и полагаем, что это послужит достаточно серьезным уроком для тех политиков, которые пытаются решать свои сиюминутные политические какие-то задачи вот подобными вещами, как принятием неконституционных нормативных актов. Спасибо. Да, пожалуйста. Да. Thank you.